Сегодня суббота, день после дня рождения Виви. Да. И сегодня, пока хорошая такая относительно погода, без осадков, мы решили поехать на Джуринский водопад в Тернопольской области. Вот. Посмотрим, сколько у нас будет дорога, потому что, я не знаю, вот сейчас 10:22. Мы хотели в 9 да. выехать, на самом деле, но... Так хотелось спать в субботу. Хотелось выехать, но мы что-то в 2 легли и короче, да. Угу. День рождения такое было насыщенное, что ну, хотелось да, отдохнуть, смогли, да. Нормально, угу. Да. Еще. Угу. И вот, едем. Ура! Едем, да, пока мы решили следующие выходные дожди, угу. Да и Мазуренки вернутся. Ну? И мы поедем. Уже вместе пойдем. Куда-то. Так, если да. будет хорошая погода. Да. С шариком. Праздничный шарик. Природа такая чудесная. Лето уже почти наступило. А выглядит все как весна. Вот она, украинская красота. Просторы. Облачка, скоро пироги. Летние скоро пироги, облака. Дорожка шикарная. Местами, правда, чуть-чуть где-то, но вот такая классная дорожка. Вот там в долине вот той начинается, ну не начинается, а там река Днестр идет. Мы сейчас ее будем переезжать по мосту. Дорога здесь, конечно, живописна прям. Здорово. Еще немного. Прям полет. Я прокладываю маршрут каждый раз, и так забавно. У нас на карте дальше поворот, и на этом углу хутор Поросячка называется. Очень запоминающееся, мне кажется, название. Поросячка. Поросячка. Просто. Лучше брак и быть. Такое место, вообще машин нету, никого нету. Суббота, все по домам сидят, наверное. Да, да, да. Я говорю, Лёша, наверное, нам... повезет, чтобы мы сами на водопадике гуляли. Нет. В субботу не с такой погодой нереально. Там сейчас будет столько народа. Ну, кто знает. Первый раз. 12 часов дня. Угу. Достопримечательность. Спуск. А, ну да, мы только что там прошли, как это называется, блокпостик такой маленький. По-деревенски, я бы сказала, такой. Ну, просто ворота, на цепочке там. Да. Ну да. И, ну вот, короче, на машине немножко, ну, трудненько так спуститься по такой грунтовочке. Не, она нормально просто. Просто у меня тут дорога. Колобок просто внизу. Да. И с колобочком чуть такое потрясло меня. А так тут вот красиво вокруг. Красиво. Только что два паренька на великах скатились, тут неплохо на велах покататься. Так, ну что, мы приехали, а что закрыто? А что, закрыто? А, может, паркинг закрыт? А, не, может, там справа, это какая-то это... А, наверное. Это, конечно. Да, это православный какой-то этот угу. лагерь. Блин, как тут классно, посмотрите. Здорово, что мы вылезли, да? Да. Угу. Мечков наших сюда пустить. Да. Травка зеленая. Классно. Да. Ага. Пришли вот на замочек. Вот такой вот. Ага, хорошо. И вот он такой вот тут был. Был красивый на самом деле на фотках. А тут все развалено, все разрушается. Но большой. Вот чуть большой. И вот
обслуживать, конечно. Ого-го, как, наверное, было тяжело, все развалилось. Аккуратно, Биби. Там такие дырки, ямки везде. Да, прикинь, в башнях такие, наверное, лестницы были, да, круговые, да. Интересные. Комнатки какие-то. Ну. Большие. Да. Да. Ой, здорово. Какая-то принцесса наверху башни. Да, тут была, ну, была заперта. Наверное, да. Красивый. Была заперта принцесса, ждала своего принца. И не ждет больше. Ой, ну, конечно, в таком месте, в таком, конечно, ущелье таком, класс. Ну, а там водопады. Проход до замка. Через вот такие вот лесочки, опушечки проходят. Ну, кто-то их... Да. А? Ну, да, да, да. Они, наверное, тут и прошли его. Но подняться, спуститься, ну, опять-таки. Уже, да, вот идем мимо этой церквухи тут. Папа, может... Тропка ведущая. Можешь подошу тебя камеру? Ну, могу, что ты хочешь. Лежать. Тропка ведущая, ну, к водопаду. Слышите этот шум уже. Там люди все на пикниках, всяких. Там специальные зоны. Интересно, как они туда спускаются. А, ну я по той дороге спускаюсь, по которой мы поднимались. Вот, мы к нему подходим. Ну да. Очень классно. Да. Скажи. Вообще, да. Да. Народу, правда, чуть многовато. Не так, как на том, но посмотрите, какой он классный. Посмотрите. Красота. Вот так он выглядит вблизи. Это смотровой камешек, как всегда, для фоток. Гляньте, как красиво. Реально прикольно. Гляньте, как рядом мы. Красиво. А вот я наверху. Ну, подняться туда Кате, наверное, не получится. Стоять, смотрите, только мне что. Видите, вот течет водичка. Такое ощущение, что там ускоритель какой-то. Да, и... Наверное, зимой тут потоп побольше, когда он замешает, он очень красивый, наверное. А вот тут рядом, вон, кемпинг с ночевкой, смотри, ребят. С палатками, вон, видишь? Вон, тут, смотрите, какая тут высота. И аккуратненько. Высоко очень. И это. Тут падать прям очень, очень далеко падать, так что. Пойдем. Угу. Какой лес. Тут много зверюшек разных охотится, наверное. Класс, высокий. Лес вот не в устюках как-то. Маленький ужик, смотрите. Ловит. О, классно. А вон кого он ловит, смотри. Кого? Лягушечек маленький, спи скорее его тут. А-а-а, я поняла. Вот, смотрите, какой маленький, красивенький. Ужечка. А вон еще один, смотри. Вон, вон плывет. А, я куда-то сейчас выползу, да? Подышать. Яичко. А у меня есть соль. Такой видосик снизу, а? Шикарно. Блин. Реально. Все, возвращаемся. Было что, супер. Да? Да? Было классно. Тебе понравилось ее допад? Угу. Я вчера сомневалась, да, немножко, думала, тут типа как, ну, общественное место такое. Ну, вообще никто никому не мешал, так чуть-чуть. Хотя людей. Машин внизу очень много, очень посмотрите, много. Все на пикниках. Да. Я подошел, спросил, там есть ларечек, я говорю, у вас шашлыки не продаются. Запах шашлыков, он на самом деле тут везде. И люди готовят, и, ну, вот там вот все, ну, вот вся...
все полянки, там все мы думали, в лужках. Столпотворение, да. Будет на водопаде. Ну, водопада нету нет вообще. Ну, пофотографировались вообще свободненько так. Да, да. Может, нам такой день попался просто. Вот, да. И сейчас нам 2 часа домой. Два или сколько мы ехали? Полтора, около двух, да. Где-то 1:40 вот так. Да. Эти летучки. Завтра уже дожди. И хорошо, что мы так вот. Поцарапали машину. Да, поцарапали машину. Ну такое. Ничего страшного, что поделаешь. Кустики были острые. Такой костики, да, зацепили кустики, они оказались вот такие вот, и там торчала веточка. И, короче, оставила царапинку глубокую. Но это всего лишь машина. Да, у нас, что тогда в Черногории вся была почухана, потому что мы постоянно какие-то вот такие вот дебри заезжаем. В горах там особенно. Да, в горах особенно. Так что такое. Все это не важно. А сейчас все, будем выезжать уже. Снова шикарный вид назад.